Всем добрый день. Сегодня для персонала у меня брокколи крем-суп, колбаса, это свинина. Домус. Домус по-турецки. Домус сосич. И далее у нас паста дизастра. Потом идет картофельное пюре. К этому всему блюду у нас идет соус. И далее для наших хабибис и мусульман будет рыба. Я медбисельфиш, медбалек, кремовый суп, там немного рыбы, лосось. Так, вроде бы все. Войс брод, а? Экмек? Экмек йог? Экмек йог. Мани трай бручи, да, без фрайта. А, окей. Все, замысла. Ну что, пора звать? Эцет! Дудох мишт! Эндлиш мал, где хата вас гемахт. Я шейма да ап, игентво. Канич. Я, ich kann nicht, ich auch nicht. Nur essen kannst du, ja? Nur essen. Ja, ist Fisch. Ну что ж, приступим. Сегодня для персонала у меня ньокки, гуляш для взрослых, тортеллини с сливочным соусом, запеченные в сыре, с наполнителем рикотта-шпинат, салат из огурцов. И в духовом шкафу у меня стоит рыба для наших мусульманских товарищей. Просто у меня один есть, который не кушает мясо, то есть он ест мясо, но только халяль-маляль специально приходится выкрутиться, чтобы он тоже мог что-то поесть нормальное, серьезное. У меня, в принципе, все нормальное, серьезное. Ну, раз человек верующий, что ж, имею полное это понимание. Эссен! Данко! Дайн фиш из им ин коннектомат. Фетиш? Я фетиш. Войс, я зазы? Она меня уже раздражает. Вот, посмотрите на нее. Ну, я, конечно, не могу. А, кстати, всем доброго дня. Я не могу, конечно, конкурировать с матрешками, с московскими матрешками, но тем не менее, мой персонал будет, в принципе, очень доволен. У меня не то, что там это по усам текло, в рот не попало. Мне нужно, чтобы персонал наелся. Значит, у меня сегодня картофель, который был отварен, обжарен с луком и с копченой паприкой, шницели из телятины. Они уже, к сожалению, были заморожены, поэтому нет таких волнистостей, как при приготовлении венского шницеля. Но, тем не менее, морду воротить не стоит. В смысле, должно всем понравиться. Так, овощи. Это у меня обжаренные цукини в томатном соусе со специями. Это у меня гирос из индейки. Так, далее у меня ньокки. Ну и остатки остатки рыбных котлет без костей. Ну, конечно, это не то, что там жемчужинку положить на кожу рыбы. У меня все-таки рыба без кожи. Так, ну что, будем звать, всем приятного аппетита, да? Эссен! Хабиби альс эссес, да? Не, альс вайтес. Там. Гиб газ. Так, сегодня у меня для персонала грибы в кляре, это шампиньоны. Они очень такие перченые оказались, я их не пробовал. Это шеф дал мне и говорит, нужно отдать персоналу. Сказал, без проблем, я приготовлю. Вот я их приготовил. И в таких случаях, чтобы от чего-то избавиться, его всегда нужно, это такой маленький вам трюк от меня, нужно всегда ставить впереди. Вот я поставил так, картофель с прованскими травами, запеченные в духовке. Телятина в сливочном соусе. Привет, Медельс. Привет. Привет. Что-то есть? Что-то есть? Что пильцы? А, есть. Так, рыба у меня камбала или камбала, кто как любит. Как я узнал, ну она просто приплюснута. Ну я, в принципе, эту рыбу знаю, поэтому... без шкурки, да? Шкуру, вы знаете, я отправляю в московские рестораны. Там шкура хорошо продается. Так, для вегетарианцев у меня равиоли с шпинат, сыр. Какой сыр, не знаю. Написано, что сыр. Свежий салат. Так, ну здесь кто хочет яблоки и маффины. Ну так, в принципе, все на сегодня. Эссен! Guck mal, was für eine schöne Form. Так, ну все. Я, пожалуй, сегодня тоже так. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, кушайте мясо.
Как мальдизе из Канаканзида, тему с Фарен. Он едет, а он должен ехать, и ему нужно быстро поесть. Но меня это не волнует. И Мавида из Тюркинда, а? Опять эти турки. Так, сегодня у меня для персонала рис. Потом оставалось немного курятины. Ну, такая, знаете, ломовая, там, маленькие кусочки. Но, тем не менее, можно вполне есть. Сделаю из них гештет, это с готово. Макароны с сухими помидорами. С сушеными, точнее, не с сухими, с томатным соусом. Рыба треска в соусе карри. Далее картофель. Так, здесь у меня спаржа, только что сваренная, свежая, и цветная капуста. Ну и я не поленился, я взбил голландский соус для персонала. Вот поэтому они меня и любят. То есть, если у меня есть время, то я всегда что-то могу это для них приготовить, если что-то накопаю. Ну так, вроде бы все. Эссен! Hallo, hallo, nicht klauen. Его не интересует. Турецкий подданный, ему можно. Но у меня скромно, маленькую порцию. Народ пока еще не увидел, не расслышал. Сейчас полетят, побегут.